преддверии Дня учителя в Одинцовском округе состоялась педагогическая зум-конференция, в которой приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн и директора школ. Были подведены итоги работы в период пандемии коронавируса. Глава напомнил о необходимости соблюдать санитарные меры в новом учебном году. От этого во многом зависит форма образовательного процесса. Останется он традиционным или снова вернется на дистанционный.